Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дерната Спейс, и продолжаем наш марафон обзоров на разные наборчики LEGO Bionicle старенькие. Сегодня мы с вами взглянем на Тоа Хордика, на Тоа зараженный ядом Хордика. Это у нас Тоа Венуа и Тоа Нуджию. У меня также были и другие из этой серии, но я их куда-то разобрал. А это именно те, которые мне попались в том самом лоте, в том самой посылочке, всего лишь за 500 гривен. И я этому не сказал рад. Я их восстановил, и вот что у меня получилось. Давайте посмотрим. Сразу говорю, у этих ребят нету дискометателей, потому что я их попросту достал. Мне не нужно, чтобы сзади моего набора был диск. Ну, серьезно, кто им стреляет? Ну, может быть, кто-то захочет, но я их убрал. Просто говорю для тех, кто думает, полная ли комплектация. Комплектация полная, но просто я их снял. Давайте посмотрим на их головы. Довольно такие интересные головы, но все же у Венуи она какая-то странная. Не знаю почему, но она чем-то вот не выделяется для меня. Она такая, ну, голова и голова себе. Хотя мне никогда Тоа Хордика и не нравились, они были все такие кривые, косые. Хотя в некоторой степени это даже интересно, да, увидеть Тоа в таком довольно-таки интересном и нестандартном для нас обличии. Имеется функция на руке, но я думаю, вы все знаете об этом. Что меня порадовало у Венуи, так это его оружие. Оно интересное, оно тоже из резины и пластика одновременно, и можно вот эти штуки, уже видите, она даже погнута, всунуть вот сюда, в основание, и они будут как дрели работать. Это мне действительно понравилось, это здоровская идея. Ну, конструкция, как всегда, в стиле Хордики. Вот. Ну, и я не знаю, что еще можно про Венуи рассказывать. Персонаж довольно интересный. Ну, в целом, вот такой вот наборчик. Сейчас можно достать, но только по заказу у людей-перекупщиков. Потому что нельзя уже в магазинах эти наборы достать. Они выпускали в 2005 году. Далее Тоа Нуджию. У него очень прикольная голова. Она мне напоминает какого-то тюленя. Я не знаю почему, но тюленчик. Ну, смотрите, реально похож. На самом деле, Тоа Нуджию был каким-то во вселенной Бионикл, на самом деле, лохом. Я не знаю почему, но мне так, по крайней мере, показалось. Тоа Капака его в раз в тысячу лучше, серьезно. Тоа Нуджию там был каким-то трусом. Ну, был показан в мультике, по крайней мере. Это ваш набор, вы можете придумать ему разную историю, любую, на самом деле. Можете сделать его самым сильным во вселенной, но это не так. Вот, я немного был удивлен, почему Тоа Нуджию такой странный чувак. Ну, набор в целом неплохой, у него, опять же, оружие классное. Вот в Тоа Хордика, что здорово, это их оружие. Оружие у него такое, мечи ледяные. Такие парные мечики. Также имеется эта функция с разрубанием колбаски. И, в принципе, ну и на этом все. Вот такие вот Тоа Хордика. Я мог бы затянуть этот обзор еще на много-много минут, рассказывая про то, какие раньше были крутые биониклы, но так как это не моя любимая серия из Хордики, я не знаю, зачем это делать. Потому что были бы это, допустим, да, первые наборы или ракши, да, я бы рассказал. Но так, в принципе, то Хордика замечательные все же представители линейки Бионикл, особенно их оружие. И думаю, что на этом все. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.